Konami представляет 1985-86 легендарная Gradius. Да, ребята, и мы начинаем. Это скроллинг, Виталка скроллинг. Да-да, знаменитая, блин, я ее проходил, помню. Эти далекие-далекие 90-е. Это был подарок. Конечно же, время прошло, а этих леталок... Но, тем не менее, она в памяти. Сложная, редкая игра. Знаете, не было несколько частей. Даже не то, что несколько. Их было дохренища. Но, тем не менее, мы с удовольствием играли. Я, конечно же, не все части проходил, но... Оно того стоит. Так. Это Grad Review. Это лето. Что может быть лучше? Летнее затишье... Перед буей, в хорошем смысле этого слова. Итак, Gradius. Ой-ой-ой, на ваших экранах. Зубодробильная летуха. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, что у нас? Одна жизнь и все, и ГГХ. Да, игра непростая, сложная. Есть всякие аналоги, похожие на Gradius. Тоже стоит поиграть всем, кто любит леталки. Скроллинг леталки, да? Так. Так. Вот и все. А, еще повезло. Еще повезло, как говорится. Так. Еще нам везет, везучие засранцы. Так, давайте вот тут пролетим быстренько. Постоянно уворачиваться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот и все, друзья. Game over. И все начинается с самого-самого начала. Космос. Что может быть захватывающее? Тем более сейчас лето. Смотрите чаще на звезды. Мечтайте. И все будет хорошо. Как говорится, мечтайте о космосе. Вглядывайтесь в это темное звездное небо, которое полно тайн, удивительных приключений. И, возможно, когда-нибудь мы посетим эти уголки далекой-далекой вселенной. Это Grad Review. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Также у нас есть Яндекс.Дзен. Донат Алерс. Будем очень признательны. Играйте в Gradius в разные версии. Мы обязательно познакомимся и с другими частями. Это Konami. А они умеют делать игры. А мы летим дальше к новым звездам и приключениям. Welcome back!